Всех приветствую. Я хотел бы попросить вас, чтобы вы открыли книгу Иова. И мы стоя с вами прочитаем несколько стихов из первой главы книги Иова. В обычных таких синодальных изданиях это 538 страница. Книга Иова, первая глава. И мы с вами прочитаем с 7 стиха, с 6 стиха. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господом, между ними пришел сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязненный Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, стада его распространяются по земле. Но простри руку твою, коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня». И дальше вторая глава с первого стиха. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господом, между ними пришел и сатана». Предстать перед Господом. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя. И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от лица Господней, поразил Иова проказою лютую от подошвы ноги по самое теме его. Помолимся. Мы благодарим Тебя, Отец Небесный, за Слово, которое Ты сегодня посылаешь для нас. Мы благодарим Тебя за то, что оно снова открыто. И мы молимся Тебе о том, чтобы Ты вразумлял через Писание, чтобы Ты наставлял нас на всякую истину. Господь, хотим быть послушны Тебе, хотим повиноваться Твоему Слову и поступать так, как Ты от нас требуешь и как Ты от нас хочешь. Господь, да будет имя Твое возвеличено и прославлено. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Многим людям сложно представить, но когда я учился в начальных классах, я очень часто дрался. И один парень, мой друг, он научил меня, он говорит, слушай, есть такой прием, если ты его будешь использовать, ты всегда будешь выигрывать в битве, в борьбе. Я говорю, какой же? Он говорит, ну смотри, вот на тебя нападает кто-нибудь, ты его хватаешь за рубашку и вот перекидываешь через себя. Я думаю, слушай, хороший прием, ладно, попробую. И буквально через несколько дней выхожу во двор, и вот какая-то ссора. И, конечно, мы начинаем выяснять на кулаках, кто из нас прав. И вот эта ситуация. Замечательно, он на меня нападает, этот парень. Я его схватаю за рубашку и перекидываю через себя. И тут надо было дальше там добивать его, чтобы он уже больше не встал. А идея достаточно простая. Чтобы тебе быть, как бы победить, тебе важно использовать инерцию противника. Когда мы читаем книгу Иова, мы видим врага Божьего, который служит Богу и выполняет Божьи планы. И это порой удивительно. Это порой как-то не вкладывается в наш разум. Мы думаем, ну как же так, это не может быть. Вот есть Бог, вот есть дьявол, они не могут никаким образом смешиваться, и Бог уж точно он не может никаким образом дьявола использовать. Когда мы читаем книгу Иова, мы можем увидеть несколько главных героев. Главный герой вообще всей этой книги – это Бог. Он появляется в начале, потом идет рассуждение Иова, появляются его друзья, и Бог в конце ставит точку, он показывает, кто здесь главный герой. Есть Иов, конечно, есть сатана, есть друзья Иова. Мне бы сегодня хотелось, чтобы мы с вами посвятили некоторое время
и мы с вами поговорили о сатане. Я мало слышал проповеди о сатане. Может быть, это будет единственная проповедь в нашей церкви о сатане. Но, по крайней мере, мы должны знать своего врага в лицо. Мы должны понимать, о чем этот враг мечтает, что он делает, и как Бог может использовать даже вот этого негодное существо для своей славы. Достаточно сложно сказать, когда была написана эта книга. Некоторые люди считают, что это Моисей ее написал. Некоторые говорят, что Соломон, возможно. Некоторые говорят, что это один из друзей Иова, Елиуй. Но, по крайней мере, мы можем сказать, что Иов, он жил в то время, когда жили патриархи Авраам, Исаак, Иаков. И Иов был одним из тех людей, которые праведно жили, непорочно. Посмотрите, первые стихи. Так начинается. «Был человек в земле Уц». То есть это чуть-чуть южнее Мертвого моря. Имя его Иов. «И был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен, удалялся от зла». Итак, был человек Иов, он совершенно непорочный, он справедливый. Библия так говорит о нем, Бог о нем так говорит, поэтому мы это принимаем. И посмотрите, вдруг меняется занавес, закрывается, меняется сцена. Шестой стих. «И был день», как бы новый этап. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господом». И здесь Бог показывает нам через автора, что же происходит там за занавесом, что же происходит там перед Божьим присутствием, там, где мы не можем даже представить, что что-то происходит. Но там происходит это удивительное событие. Бог, и у Него есть совет, есть ангелы, и они приходят туда. И мне бы хотелось сегодня, чтобы мы увидели три суверенных действия Бога, как Бог может использовать сатану как инструмент, чтобы достичь свою цель. Бог использует даже такое негодное творение, падшего ангела, как сатану, для того, чтобы достичь свою цель. И посмотрите, первое суверенное действие Бога, оно заключается вот в чем. Бог допускает некоторую свободу у этого падшего ангела. Смотрите, был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господом, и между ними пришел и сатана. В нашем понимании довольно так вот все должно быть черно-белым. Что я имею в виду? Если есть Бог, то Он никаким образом не может даже вот использовать инерцию или энергию своего противника. Мы думаем, ну нет, конечно, нет. Бог, Он действует только абсолютно справедливо и свято, это правильно. Но с другой стороны, вот по крайней мере, то, что мы читаем в книге Иова, Бог использует дьявола для того, чтобы достичь свою цель. Когда мы читаем здесь «пришли сыны Божии», то, по всей видимости, не только ангелы, но предстали здесь и бесы. Почему? Потому что в третьей книге «Царств», в 22 главе, помните, пророк, он говорит Ахаву, царю Ахаву, он говорит, знаешь что, дьявол, бесы, но он там не говорит, он говорит, что Бог такой же имел консилиум, совет, и он сказал, кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И говорил один другое, другой другое. И выступил один дух и стал перед лицом Господа и сказал, я склоню. Он сказал, я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков. Совершенно очевидно, что ангелы Божии не могут лгать, они не могут говорить неправды, поэтому мы можем сказать, что вот в тот момент, в третьей книге царств, по всей видимости, бесы предстали перед Богом. И здесь я бы сказал, что, скорее всего, то же самое происходит. И сатана, как их предводитель, приходит перед лицо Божие. И сатана приходит к Богу перед лицо Божие, и он имеет некую свободу. Он может сам предстать перед Богом. Когда мы читаем книгу Откровений, 12 главу, если вы перелистнете, прям буквально на несколько минут, вы увидите, что сатана, он присутствует на небесах, и это будет происходить вплоть до середины великой скорби.
В 9 стихе, 12 главе написано: «И низвержен был великий дракон, древний змей, называющийся дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Контекст вот 12 главы, он показывает как раз великую скорбь. В середине великой скорби дьявол, его бесы, они низвержены сюда, на землю. И что мы видим? Дьявол имеет определенное право, Бог не ограничивал его в этом, приходить перед лицо Божие. И дьявол имеет определенное право даже действовать на земле. Посмотрите, Бог задает ему вопросы. «Сказал Господь сатане», 7 стих, «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». «У меня есть право, — говорит сатана, — ходить там, где я хочу. У меня есть право делать то, что я хочу». В Евангелии от Луки, 4 главе, мы можем читать, что дьявол, когда искушает Христа, и он говорит: «Послушай, у меня есть власть над всеми царствами и славой их. Я кому хочу, даю ее. И если ты поклонишься мне, то я дам это». Дьявол, он совершенно очевидно говорит: «У меня есть власть, весь этот мир мне принадлежит». В послании к Ефесянам, 6 главе, 12 стихе, апостол Павел называет, когда перечисляет иерархию, он говорит о том, что есть мироправители тьмы века сего. Дьявол, он управляет этим миром. И человек добровольно сам, он отдал себя в рабы сатане. И поэтому дьявол имеет реальную власть, дьявол имеет реальную силу. Для меня, наверное, только удивительно вот что. Большинство людей, даже верующих людей, я бы сказал, они живут, не осознавая этой реальной опасности, реальной угрозы. Они думают, что как будто бы вот в этом мире все материально. Они просто пришли в церковь, они спели песни, они помолились. И они забывают, что есть очень серьезная сила, очень серьезная мощь. И, конечно, мы не можем удариться в другую крайность и все свалить, там, все свои промахи, грехи, оплошности на дьявола. Но мы должны сказать вот что. Дьявол использует нашу греховную натуру, дьявол использует мир, дьявол использует свое непосредственное влияние для того, чтобы искушать людей, для того, чтобы люди подчинялись ему. Но возьмите хотя бы просто идеологию наживы. У людей есть эта идеология. И они думают: «Ой, да ничего страшного, я просто зарабатываю деньги». Ничего подобного. Это определенная религия, чему человек поклоняется. Или человек поклоняется сексу. Или человек поклоняется футболу. Или человек поклоняется какой-то идее. Чему угодно. Это его религия. Он тратит туда свою жизнь. И совершенно определенно апостол Павел говорит, когда он говорит о идолопоклонничестве в 1 главе, в 10 главе 1 послания к Коринфянам, он говорит, что за всем этим не просто там нечто, за всем этим стоят бесы, реальные бесы, которые побуждают человека к определенному стилю поведения, к определенному поклонению. А если вы посмотрите на лжеучение, это не просто какой-то харизматичный лидер, это не просто какой-то очень талантливый человек увлек за собой кого-то. Эти люди молодые могут быть очень хорошо одеты, носить черные бейджи. Они могут приходить куда-то в студенческие общежития. Они могут быть очень опрятные. Они могут быть спортивные. И вместе с тем, Библия говорит, за всем этим стоит демоническое влияние. Хотим мы того или нет? За душой человека идет настоящая война, битва. И мы не можем расслабиться ни на минуту, мы не можем забыть о том, что духовный мир, он существует, он реален. И когда мы читаем книгу Иова, мы видим этот духовный мир и эту духовную реальность. Итак, сатана имеет право приходить перед лицо Божие, сатана имеет право определенную свободу действовать здесь, на земле. И это будет проходить так долго, пока Бог сам не свяжет сатану и на тысячу лет не
он не будет связанным до того момента, как Бог в конце концов осудит его и бросит в гиену огненную. И сатана имеет определенное право, Бог попускает ему даже лукавить. Посмотрите, Бог задает вопрос сатане, очень прямой вопрос: «Сатана, откуда ты пришел?» И по идее, Бог, он, конечно, знает, откуда сатана пришел, он знает, куда сатана ходил. Ему не нужно, чтобы сатана докладывал. Бог задает этот вопрос, и он хочет от сатаны услышать прямой ответ. И что говорит сатана? «Ну, я ходил по земле, я обошел ее». Ну, буквально, «О, да, в общем-то, нигде». Ну, и, в принципе, везде. «Я вот где угодно, я там хожу, я делаю то, что я хочу». Конечно, сатана, он не раскрывает все гадости, которые он сделал на земле. Он не раскрывает то, каких людей он соблазнял, какой урон он пытался нанести Богу. И однажды за все эти греховные деяния, за все эти злые деяния он даст ответ. В книге Откровения, 20 главе, простите, что мы вот так часто возвращаемся в разные части книги, Библии, но это интересно. 20 глава книги Откровения. Апостол Иоанн говорит: «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. И взял он дракона, змея древнего, который есть дьявол, и сатана сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, заключил его и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». И 10 стих. «А дьявола, прельщавший их, то есть народы, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Итак, мы с вами находимся не просто в этом материальном мире. Мы с вами находимся в духовной реальности. В духовной реальности, где Бог пока еще позволяет сатане определенную свободу, где Бог позволяет сатане искушать верующих, где Бог позволяет сатане, чтобы они падали, где Бог даже позволяет сатане приходить перед его лицо. Но вместе с тем, мы с вами сказали, Бог использует даже своего врага для того, чтобы исполнить свой план. Давайте мы посмотрим чуть-чуть дальше. Второе суверенное действие Бога. Бог мудро направляет деятельность сатаны. Посмотрите, 8 стих. «И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание на раба моего Иова?» Если бы я был на месте Бога, я бы, наверное, так никогда бы не сказал. Это же тот человек, который праведен. Господи, неужели ты хочешь, чтобы сатана сейчас увидел Иова и сказал бы: «А, слушай, я что-то про него подзабыл, а? Надо мне обрушиться на него, вот сейчас вот все свои ужасные там козни». Буквально здесь Бог говорит так: расположил ли ты сердце к рабу моему Иову? И здесь не означает, что какое-то чувственное расположение, но ты уже начал думать про Иова, ты начал уже замышлять определенные козни против него. Вот что Бог спрашивает сатану: «Сатана, неужели ты вот среди всех этих людей не увидел вот этого человека, Иова?» И мне здесь вспоминается один рассказ в советское время. Много было рассказов про революционеров, про то, как они прятали листовки, там запрещенные книги. И вот Михаил Зощенко, он там пересказывает одну историю про Ленина. Может быть, вы ее помните. Ильич тогда скрывался в Сибири где-то, был в ссылке в Сибири, и вот пришли жандармы для того, чтобы проверить у него запрещенную литературу. И у него вот эта литература запрещенная была на нижней полке. И для того, чтобы каким-то образом запутать жандармов, он поставил табуреточку, чтобы жандарм стал осматривать с верхней полки. Все. И, конечно, когда он уже дошел до нижней полки, он устал и ничего там просматривать не стал. Но что-то подобное мы видим здесь, в этой книге. Бог использует сатану для того, чтобы он Божий план выполнил. И он говорит: «Сатана, послушай, есть у меня один человек.
я бы хотел, чтобы ты обратил на него внимание. Но представьте себя, хотели бы вы быть таким человеком? Но это все равно, что если бы к вам пришла налоговая инспекция, СЭС, пожарники или кто-нибудь еще, и начальник сказал: слушайте, есть у меня тут один рабочий, он вообще прекрасный, вот, пожалуйста, к нему, вот проверьте все, что у него есть, начиная все его документации, все, что... Неужели бы вы хотели оказаться на месте этого человека? Неужели бы вы хотели оказаться на месте Иова, чтобы Бог сказал: слушай, есть у меня вот один человек, пожалуйста, не хотел бы ты обратить внимание, сатана, вот на него? Но мы видим, что у Бога есть особый план, и Он использует даже своего врага. В Новом Завете есть подобная история. Помните, второе послание Коринфянам, 12 глава. Апостол Павел пишет про самого себя, и он говорит, посмотрите, пожалуйста, 7 стих 12 главы. Ну, в принципе, да. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Представьте себя, Божий апостол, через которого много церквей было организовано, человек, которому Бог явился лично, человек, который написал большую часть Нового Завета. И вот, вдруг Господь допускает ангелу сатаны удручать Павла. Толкователи расходятся в мнении, что это такое. Некоторые говорят, что это физическая болезнь. Другие говорят, что это, возможно, какой-то человек, который много проблем принес в жизнь Павла. Но тем не менее, мы видим, что это дьявольское, сатанинское влияние. И Павел начинает молиться Богу. Павел начинает просить: Господи, ну неужели ты хотел бы, чтобы я был как Иов, чтобы сатана обрушился на меня здесь? Да, это Бог хотел. Для чего? Посмотрите, чтобы я не превозносился. Бог знал эту слабость Павла. Бог знал, что Павел может сказать: слушайте, я такой классный. Бог мне сам является, у меня все отлично. Бог использует даже сатану для того, чтобы свой план выполнить. И посмотрите чуть дальше. Бог допускает даже, чтобы сатана начал клеветать на Иова. Посмотрите, 9 стих. Сатана отвечает Господу и сказал: «Разве даром богобоязненный Иов? Не ты ли кругом оградил его, дом его и все, что у него, дело рук его благословил, и стада его распространяются по земле? Но простри руку твою, коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» Смотрите, здесь Бог благословил Иова, действительно, благословил дом его. У Иова 10 детей, это огромное благословение. Бог благословил бизнес Иова. Все, что в руке у него, его работа спорится, у него все здорово, все замечательно. Более того, Иов богатый человек, он не бедный, он не на «Жигулях» ездит. У него, мы можем здесь прочитать, 500 пар валов, 3000 верблюдов, 500 ослиц, весьма много прислуги, он знаменитее всех сынов Востока. Это очень, очень богатый человек. И здесь сатана говорит: ну, конечно, посмотри, ты его всем благословил. Ну, поэтому он может быть таким благочестивым, поэтому он может быть богобоязненным. Конечно, тактика сатаны понятна. Он клевещет. Он говорит, во-первых, он клевещет на Бога. И он говорит: ну, послушай, это ты же виноват, что Иов такой. Это ты сам его оградил. Поэтому у него все так хорошо. И он говорит: если бы ты убрал этого, вряд ли бы Иов благословлял тебя. Более того, сатана клевещет на Иова. И он говорит: ну это он только так лицемерно готов тебе подчиняться. Но это потому, что у него все есть. У него здоровье нормальное, у него в семье хорошо, у него бизнес, он богатый. Это поэтому он
он может тебе поклоняться. Смотрите, на самом деле сатана желает, чтобы Бог уничтожил Иова. Посмотрите, 2 глава, 3 стих. Бог отвечает Иову, и он говорит: «А ты возбуждал меня против него, чтобы что сделать?» Посмотрите, погубить его безвинно. То есть это совершенно естественная реакция. Если бы Бог увидел, да, Иов лицемерит, Иов только потому, что Бог его благословляет, так поклоняется ему, то совершенно справедливо было бы наказать Иова смертью. И сатана хотел бы, чтобы Иов был так наказан. Но что мы здесь видим? Тактика сатаны, она совершенно понятна. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Христос говорит о сатане. Он говорит: он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, потому что нет в нем истины. И когда говорит он ложь, говорит свое, потому что он лжец и отец лжи. Да, он может представить, чуть-чуть правды дать и что-то неправду. В книге Откровения, то, что мы читали с вами, 12 глава, когда сатана низвержен с неба, мы видим, пожалуйста, откройте еще раз Откровение, 12 глава. Посмотрите, пожалуйста. 10 стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Итак, смотрите, все это время, до середины великой скорби, сатана на небесах, и он клевещет на верующих людей. И он говорит: ой, слушай, да разве этот человек, он просто так любит тебя? Да разве он тебе поклоняется, потому что он действительно тебя любит, тебя почитает? Да нет, но это потому что ты ему здоровье дал. Потому что ты ему жену хорошую дал или мужа хорошего дал. Это потому что его на работе не сокращают. Это потому что, может быть, у него друзья есть хорошие. Это вот поэтому он и тебе поклоняется. А подумайте вот еще о чем. Если бы только вы могли увидеть свою жизнь со стороны и увидеть все те ошибки, которые вы допускаете, все эти промахи, грехи. Как вы думаете, есть ли у сатаны основания для того, чтобы клеветать на вас? Конечно. Конечно. 100%. Я бы сказал, что мы своими ошибками и просчетами даем ему столько возможностей для того, чтобы обвинить нас перед Богом. И сказать: посмотри, он вот это делает, и вот это, и вот это. А еще он думает нечестиво, а еще он ругается в своем сердце, а еще он проклинает, а еще он желает у кого-то собственность какую-то или еще что-то. Дьявол может вас обвинять и клеветать на вас. И какая же защита? 1 Иоанна 2.1. Вы помните этот стих? Мы с вами изучали его на малых группах. А мы имеем ходатая перед Отцом кого? Кого ходатая? Иисуса Христа, праведника. Только адвокат способен защитить нас. Только Христос способен нас оправдать. Мы сегодня с вами будем снова вспоминать страдания Христа, Его смерть, Его воскресение. И только благодаря Его жертве мы можем сказать: Господи, только поэтому я могу быть принят Тобой. Только поэтому я могу быть оправдан перед Тобой. Бог допускает сатане даже клеветать на верующих людей. И мы с вами говорим о том, что суверенные действия Бога, Бог попускает сатане некоторую свободу, Бог попускает сатане даже, но Бог и направляет его деятельность. И третье суверенное действие Бога. Бог попускает даже разрушительную деятельность сатане. Посмотрите, пожалуйста,
1 глава, опять книги Иова, 12 стих. «И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня». И дальше здесь рассказывается вот эта история, что произошло с Иовом. Как в один день он потерял буквально все. «И был день, когда сыновья его и дочери его ели, и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Иову и говорит, волы орали или пахали, и ослицы паслись подле них, как напали совияне и взяли их, и отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожал их, чтобы и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорит, как приходит другой и сказывает, «Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов, взяли их, и отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще это говорил, приходит другой и сказывает, «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата твоего, своего. И вот большой ветер пришел от пустыни, охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Тогда Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, пал на землю, поклонился и сказал, «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. И мы с вами читали уже 7 стих, что после второго разговора Бога с сатаной, сатана отошел от лица Господне и поразил Иова проказою лютую от подошвы ноги по самой теме. Итак, самый богатый, один из самых богатых человек, людей на Востоке, процветающих, у которого все было, в один день теряет все. И потом заболевает ужасной болезнью. Все, что у него было, все превращается просто в пыль, в прах. Нет ничего. Но это не просто так. Бог допускает это. В книге «Плач Иеремии», 3 глава, 37-38 стихи, пророк говорит, кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? И бедствие, и благополучие в вашей жизни. Оно происходит, потому что Бог попускает этому быть. Мы здесь должны быть очень аккуратными и сказать, что Бог не является источником зла. Бог не генерирует зло. Зло генерирует наше сердце, порочное, испорченное. Зло генерирует сам сатана, зло в этом мире. Но Бог попускает зло, и оно происходит в нашем мире. И Бог допускает сатане совершать свою разрушительную деятельность. И мы здесь должны с вами сказать, что почему это происходит? У нас вопрос, Господи, но почему ты это не прекратишь? Почему тебе уже не поставить этому заслон? Почему ты уже не сказал бы сатане, все, хватит, довольно? Посмотрите, это является справедливым или праведным ответом на клевету сатаны. Сатана клевещет на Бога, сатана клевещет на Иова. И смотрите, 9 стих мы читали, разве даром богобоязнен? Или в 4 главе, 2 стихе, и отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. То есть буквально глаз за глаз, зуб за зуб. Но если вопрос касается жизни, то человек готов даже отречься от Бога, так говорит сатана. Он клевещет, конечно. Но идея, она совершенно понятна. Он говорит, простри руку свою. Он толкает Бога, давай, лиши Иова всего, что есть у него. И Бог говорит, хорошо, ты можешь это сделать. Я тебе даю право. Все, что есть у него, имущество, достаток, положение в обществе, дети, все я отдаю тебе.
потом здоровье, я все тебе отдаю. Вот он в руке твоей. Кость и плоть, как мы здесь читаем, в пятом стихе 2 главы, коснись кости его и плоти его. Пускай вся его душа, даже она испытает вот это вот переживание, боль, страдания. Бог допускает это. Но удивительно вот что. Хотя Бог и допускает, позволяет, как ответ на клевету, в то же самое время мы видим, что это зло, оно подконтрольно. Смотрите вот что. Каждый раз Бог говорит «но». 12 стих 1 главы. «Вот он в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». То есть не касайся его самого лично. И дальше 6 стих 2 главы. «Только душу его сбереги, то есть не забирай у него жизнь, ты не имеешь права забирать жизнь». И когда мы читаем вот эту историю, мы видим, что сатана действует только в рамках того, что Бог ему позволил, и не больше. Он забрал у него имущество, он забрал у него детей, он забрал у него преуспевание, но не больше. И потом во второй главе мы видим, что сатана поражает Иова тяжкой болезнью, но не больше. Вот эту истину, ее достаточно легко понять, но сложно принять в своей жизни. Нам очень часто кажется, ну, конечно, да, Бог контролирует все, да, Бог ограничивает власть зла. Ну, Господи, а почему это со мной? Ну, почему это со мной происходит? Знаете, я прилетел в один город, и так получилось, что меня, ну, забыли забрать. Я 2,5 часа сидел в аэропорту. Вот просто сидел. А потом, я там в этом городе был 1.5 дня. Меня не накормили вечером. Посчитали, что вот мороженое мы поели после служения. Этого достаточно. Я так думаю, Господи, ну как же так вот? А потом, когда меня нужно было в аэропорт забирать, опять опоздали. И в конце концов, вот капля последняя, у меня висели здесь очки, и меня брат вот так вот обнимает, и мои очки так... Господи, я понимаю, что ты контролируешь зло, я понимаю, что ты его ограничиваешь, но почему это со мной происходит? Почему это я? Почему? Почему? Вот этот вопрос, он, Господи, ну неужели нельзя где-то подальше поставить эту границу? Нет. Бог использует даже сатану, даже врага душ, для того, чтобы выполнить свой план, свою высокую цель. Когда мы читаем книгу пророка Иова, вы можете перелистнуть в конце, уже к заключению этой книги, 42 глава, откройте, пожалуйста. Перед этим Бог говорит Иову, и дальше Иов отвечает Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Первое, что понял Иов, Бог – это тот, кто управляет всем. Бог – это тот, кто является владыкой его жизни, и тот, кто управляет абсолютно любой деталью. И Иов просто должен подчиниться этому. И это все, это точка. У Иова поменялось представление о Боге. Бог предстал перед Иовом во всей своей славе, красоте. Если я не ошибаюсь, здесь есть книга Джерри Бриджеса, она называется «Можно ли в беде положиться на Бога?». И он пишет вот что. «Мудрость шахматиста проявляется, когда он обыгрывает достойного противника, а не начинающего игрока». Но я думаю, что Дима это понимает. То есть мудрость футболиста, она проявляется тогда, когда он обыгрывает достойную команду. Мудрость генерала, когда он побеждает армию более сильную, чем его. Так и премудрость Божия виднее, когда Бог дарует нам благо и прославляет себя в бедствии, а не в спокойные времена. Кроме того, мы видим здесь, что Иов увидел свою глупость. Посмотрите, 3 стих. «Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных, для меня которых я не знал.
выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни. Я слышал о тебе слухом уха моего, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Иов понимает свою глупость. Когда Бог допускает действие зла, действие сатаны в жизни Иова, он видит свою глупость. Это смиряет его, это его приводит в трепет перед Богом. И он говорит: «Господь, ты знаешь все. Ты владыка всем». И, наконец, когда мы читаем книгу «Бытие», похожая история, 50 глава, 20 стих, Иосиф говорит своим братьям: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это во что? В добро». В добро. Нередко проблема, которая подстерегает верующих людей, они, глядя на неприятности, на какие-то сложности в своей жизни, они говорят: «А, вот ты заболел, это потому что ты там кому-то сказал очень грубо. Или вот тебя постигли вот эти вот проблемы, или поэтому, или поэтому». Друзья мои, если бы в книге Иова не было написано об этом небесном совете, мы бы ничего не знали, что происходило. И что тогда? Ничего. Бог праведен и свят. Он делает то, что Он хочет. И Он использует даже сатану, даже зло, для того, чтобы исполнить свой суверенный план. И мы обязаны не истолковывать события, а сказать: это даст какое-то благо. Я не знаю, какое. Но Бог обратит это в добро. Для верующего человека – и это принесет добро. Добро его душе, добро его характеру, добро преображения его жизни. В конце концов, когда мы читаем книгу Иова, те события, которые произошли с Иовом, они послужили к тому, что была написана эта книга, и утешение для многих верующих. Друзья, мне бы хотелось, чтобы мы еще потом несколько таких изучений сделали по этой книге, и увидели характер Бога, увидели утешение друзей Иова, и посмотрели на самого вот этого Иова, на то, как Бог этого человека меняет. Но, по крайней мере, сегодня главный урок, который бы мне хотелось, чтобы он остался в жизни вашей, в моей. Может быть, мы столкнемся с какими-то трудностями и проблемами на этой жизни, на этой неделе. И у нас возникнет искушение начать искать виноватых, начать роптать на Бога, на кого-то. У нас может возникнуть искушение сказать: «Господи, почему я? За что?» Но помните, пожалуйста, из книги Иова: Бог осуществляет свой план. И для этого Он может использовать самые неказистые инструменты. Даже сатану, даже какое-то катастрофическое зло в вашей жизни Бог может использовать для того, чтобы добиться своего результата. Это произошло в жизни Иова. И я бы хотел, чтобы вы, пройдя через определенные обстоятельства, вы сказали: «Господь, я благодарю Тебя. Это Твоя рука. Я смиряюсь перед Тобой, потому что Ты Бог, а я всего лишь глупый человек. Да будет имя Твое благословенно». Давайте помолимся.